Так, добрый день. Сегодня чуть маленький обзор я сделаю, но для своего канала. Прошел, если вы все помните, чемпионат проходил по игре CSGO. Были ставочки сделаны. 4 дня он шел с 12 марта по 15. Что самое прикольное, что во время этого чемпионата можно реально заработать деньги. Что у меня получилось? За просмотры через Twitch канал официальный у меня выпало 2 ящика. По цене они где-то выходят, ну, где-то по 300 рублей. Как бы уже, если, ну, 300-250. Можно посмотреть, что в них есть. Какое оружие. Вот приблизительно такое. Можно открыть самому, можно продать. Когда открываешь эти оружия, то сразу там получается 3 наклеечки наклеиваются. Между прочим, очень красивые. Я их не открываю, жду, когда цена или повысится, или будет какая-то средняя цена, чтобы их продать. Как же все-таки можно заработать, когда проходит чемпионат? Я уже второй раз это делаю. В этот раз я вооружился конкретно. Что же я сделал? Когда заканчивается чемпионат, Steam делает скидки на наклейки. Скидка где-то 70% в этот раз было. Например, простые наклеечки в виде Virtuos Pro. Вот такие. Они стоили со скидкой 16 рублей. В данный момент они где-то продаются за 30 рублей. Чуть подальше может дойти до 50-60 рублей будет стоимость. Но наклеечки, я бы сказал, бы не очень. Я вот закупил вот столько. Если видите. Потом есть легенды. Капсулы. В данный момент они где-то стоят 170 рублей. Я их со скидкой покупал за 93 рубля. Можно тоже посмотреть, что может выпасть. Самые дорогие считаются, но это где-то будет через 2-3 месяца. Цена на металлические, если удача повезет. Но металлические выпадают, когда у вас немного этих капсул. Ну и звание, если какой-нибудь сильвер там начальный, один или два будет. Потому что когда звезды или выше, и в зависимости какой у вас арсенал, то металлические не выпадают, выпадают более голографические наклейки. Самые ценные являются, если все знают, может посмотреть на торговой площадке, это металлические. Но на это надо время. У меня время предостаточно, я подожду, пока все это подорожает. Как бы вот такие дела. Купил так, чтобы сильно не тратиться. У меня на счету было где-то 1500. Наиграл на... Ну, в соревновалке играл. Попадали разные предметы, которые продавал. И как бы денежки скапливались. Сами видите, сколько уже у меня наиграно. Плюс есть дополнительные аккаунты, на которых я играю. Там тоже звание золотая 1 или 2 стоят. Вот сейчас у меня чуть понизился звание. Не с теми сыграл. В команду, которая не готова к играм в командной игре, в соревновалке. И слилось звание. Но это не страшно, его нагнать легко можно. Вот такие дела в плане этих наклеечек. Участвуйте, смотрите соревновалку. Заканчивается соревновалка, вернее, не соревновалка, заканчивается, когда матчи, турниры, которые проходят от разные, если вы видите, то на их реально можно подзаработать. Конечно, когда делаешь ставки, чтобы получить вот такой значок, сейчас мы его посмотрим, я вам покажу инвентарь. Смотреть. В этот раз гораздо он красивее вышел, чем когда в декабре проходил 2014 года.
мне больше нравится, хотя выглядит он в игре не акти. А в предыдущий, когда проходил в декабре, выглядит он так, вроде не акти. Зато в игре он прикольнее смотрится. Смотрите канал, пишите. В данный момент я так прикинул, если вот по ценам, которые сейчас есть, и за сколько у меня закуплено, наклеек там больше 50 штук у меня, простых. По деньгам где-то я 1500 потратил, плюс там выпали дополнительные ящики, вот, сувенирные, за просмотр в игре. То у меня где-то по деньгам на 3000 рублей выходит сейчас в данный момент. Ну, где-то 1500 я заработал. Чистая прибыль. Ну все, спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал.